Так, ребят, заходим в ванную. Три полотенечка на три человечка. Это для лица. Теперь у нас здесь есть шампунь, гель. А это... Что это, я не знаю. Что это такое, я не знаю. Не знаю. В общем, чего-то всего по три. Так, теперь здесь, я уже посмотрела, здесь у нас три палочки для ушей и три штучки ватных тампончиков этих. Так, здесь для душа шапочка. Теперь здесь у нас что? Одно мыло. Так. А в этом что-то оно от меня прыгает. В этом тоже мыло. Два мыла. Шапочка для душа и ушные палочки и ватный тампончик. Так, и стаканчик для зубных паст. Так, теперь у нас фен. Фен. Почему-то не работает. А почему? Может быть, это включать его в розетку? Нужно потом будет разобраться. Так, есть зеркало, которое выдвигается и разворачивается, как хочешь. Да, отлично. Теперь здесь есть в туалете. Есть телефон. Почему на туалете, непонятно. Так, это так спускать. Вот красивенько. Вот такой вот туалет. Все зафиксировано, все запечатано. Ёршик у нас чистенький. Туалет. Бумага. Так, и душевая кабина. Вот такая вот душевая кабина. Отодвигается. Огромная, отлично. Душ. Так, есть для мыла мыльница встроена, для держатель. Так, и полотенечко для ног. И три банных полотенца. Запасная туалетная. И три пары тапочек. Здесь не знаю что. Ящик какой-то непонятный. Здесь какая-то полочка. Непонятно что. Ну, это так. Так, это я понимаю. Ничего. Только полочка вверху. Непонятно. Так, теперь идем дальше. Здесь у нас сейф. Здесь у нас для обуви, здесь вешалок предостаточно, полочка, кондиционер на потолке, отлично. Так, и это у нас выключатели, здесь наш ключ, и идем дальше. Свет выключили, так, включаем здесь свет. Так, у нас здесь кондиционер выставлен на 22 градуса, нормально. И посмотрите, какая прелесть кровать. Класс, она прям на всю комнату. Отдельно двухспальная и отдельно односпальная. Так, там у нас люстра такая красивая в стиле турецком. Бра, зеркало такое. Так, бра со всех сторон. Мраморная у нас еще такое вот. Здесь как бы тумба такая из двух состоит. Тумбочки выдвижные, отличные. Одна не выдвижная, туда можно что-то поставить. И вторая тоже выдвижная. Так, теперь вот такая вот здесь тумбочка.
красивая. Под ней у нас мусорница. И вот здесь вот у нас... Так, так, и дали нам вот такие вот их фирменные тапочки. Белые тапочки нам не для того, что вы подумали.